Праздник «Экваторфест», посвященный тысячелетию Бреста, объединил небывалое количество горожан. По-настоящему интересным и зрелищем получилось открытие второго фестиваля. Танцы, музыка и, конечно, хорошее настроение сопровождало всех тех, кто пришел на семейный праздник. Участие в мероприятии приняли представители вертикали власти. Наш замечательный город Брест, тысячелетний, древний и в то же время молодой, с каждым днем становится все лучше и краше. Давайте вместе будем делать его красивым, гостеприимным, светлым, радостным. И второе тысячелетие наш город будет лучшим. Лучше Бреста нету места. С праздником! Изначально мы планировали, что это пивной фестиваль, да, и у нас очень хороший, я считаю, фудкорт в этом году получился, потому что пивные предприятия, производители – это наши основные партнеры. Но в то же время, учитывая то, что это целевая аудитория наша, это все-таки дети, молодые семьи, мы сделали большую детскую зону, что очень приятно. С 12 уже были люди. И мы проходились вот по улице Гаврилова и с удовольствием наблюдали то, что люди не просто на вечерний концерт, а люди приехали отдыхать. То есть это говорит о том, что городу очень нужны форматы мероприятий, где просто надо прийти с семьей и отдохнуть. Релаксы, Wi-Fi зоны, фудкорты, зона напитков, встреча с блогерами и стендаперами, выездная кухня и шахматный уголок, спортивная составляющая, зона знакомств. И это еще далеко не весь список насыщенной культурно-развлекательной программы. Здесь абсолютно каждый смог найти занятие по душе. Более 120 предприятий-партнеров подготовили как для горожан, так и для гостей все самое лучшее и интересное. Такие мероприятия и праздники очень важно проводить в городе, поскольку это больше какой-то интерес прививает людям, какой-то даже, возможно, патриотизм к своему любимому городу, больше активностей дает возможность поучаствовать тем детям и взрослым родителям тоже в тех местах, где они не могут, например, каждый день прийти поучаствовать. К слову, участие в городском фестивале приняли и волонтеры Красного Креста. Они уверены, во время праздника людей согревает не только хорошее настроение, но и яркое солнце. А потому акция «Жара» здесь как нигде кстати. Основная цель этой акции – мы боремся с жаждой и с ухудшением состояния здоровья наших граждан. Поэтому они подходят, пьют бесплатно водичку, тем самым нормализуют свое водный баланс. Несмотря на то, что фестиваль только во второй раз проходит на территории торгово-развлекательного центра «Экватор», он уже стал доброй традицией и отличается своей масштабностью, интерактивностью, яркостью. Гости отмечают, праздник «Экваторфест» – отличная возможность для того, чтобы собраться с семьей и провести свой выходной в теплой, непринужденной обстановке. Мы пришли на этот праздник всей семьей, очень нравится. Здесь множество различных мероприятий. Как бы интересные люди всегда помогут, расскажут. То есть есть зона фудкорта классная, мы здесь недалеко живем, поэтому не могли не прийти. Все очень нравится, классно. Очень интересно, я только пришла с внуками, но им очень нравится. Уже побегали в лабиринте и там попрыгали, и вот вату едят, и попкорн попробовали, все. Вот таким праздником побольше, конечно. Очень классно, мне нравится, как здесь все устроили, что здесь вообще происходит, какие праздники здесь придумали. Здесь лошади, там есть какие-то группы, вон там вот конкурсы, еще скалолазка, мой брат на нее лазил. Мне очень нравится наш город и вообще с тысячелетием Брест. Юлия Селюк, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук ТВ.